Почтеннейшая публика, добрый вечер, мадам месье. Почему вы такие грустные, не скучаете? Зажигают огонь в глазах красавиц, и с их прелестных губок срывается нежное воркование. Оно вдохновляет поэтов, воспламеняет музыкантов, а церемонимейстер этого сладостного опьяняющего балета насмешливый волшебник своим богатством и фейерверком удовольствий покорил всю Тулузу. Так веселитесь же во славу сеньора Жофрея и новобрачной! Никола Бабаржанок, Эшана Дормебо! Никола Бабаржанок, Эшана Дормебо! Жена Дормина Мия, на конце попаву, Пусть и пердево паникула, Се сон паперди порву! Addio cruelle sole, si non me ne pa. Addio cruelle sole, si non me ne pa. Je monte sur mon âme, pour garder votre pas. Pour le reproche pas, Nicolas, sur vos colères ne pa. Signor, когда же мы наконец услышим ваш голосок? Мы хотим знать, такой же он нежный, как ваша кожа северянки. Кожа достанется этому нечестивцу, а голосок к нам. Возвращайся в Париж, Кармен.
Этот город создан для таких женщин, как ты. Не может быть двух любовниц одновременно. Вот правило куртуазной любви. Он больше тебя не любит. Радостью и молодостью я питаюсь, и радостью молодость кормит меня, потому что мой друг самый веселый, и поэтому я очаровательна и весела. И так как я ему была по-настоящему верна, то и он тоже должен быть мне верен, ведь я любить его не прекращала и даже в мыслях не имела прекратить любить. Oh!
Просить ее любви, да, ради Бога, таковы обычаи, нельзя ничего получить, не попросив. А если я был слишком дерзок в просьбе, то моя дама должна гневаться не на меня, но на ту любовь, которая заставляет переходить меня все границы. Yeah.
Знаешь,